Без права на забвение. Накануне годовщины геноцида армян представители Запорожской общины организуют целый ряд мероприятий. Сегодня в стенах облсовета прошел круглый стол с участием представителей местной власти и разных национальных общин Запорожья. Геноцид армян в Османской империи носил ужасающие масштабы. При всей немногочисленности этого народа количество жертв составило от нескольких сотен тысяч по одним оценкам и более миллиона по другим. День памяти жертв отмечается 24 апреля. Однако уже сегодня армянская диаспора проводит просветительскую работу в этом направлении. Эти мероприятия будут длиться до 24-го. 24-го концерт будет в Глинке. Потом на нашей церкви будем отмечать эту дату трагедии. Конечно, радости мало, но все-таки это нужно для того, чтобы в дальнейшем такие вещи... Люди видели, что такие взаимоотношения народов, которые одни уничтожают других, недопустимо. Факт геноцида признали многие страны мира, рассказывают представители диаспоры. Но Турция по-прежнему упорствует, говорит Рафаэль Мурадян. Представители местной власти выразили сочувствие и солидарность армянам. День скорби, который касается не только армянского народа, а также всех нас, потому что уроки истории, которые совершались, мы должны всегда помнить и никогда их не допускать, независимо ни от вероисповедания, ни от народности. У каждого народа есть такие старинки, старинки радующие, старинки суму, которые дают нам возможность усвідомлювати ті помилки, ті досягнення, які у нас на сьогодні є. Армянский народ вспоминает самую трагическую страницу своей истории. Ровно 101 год назад в Османской империи жертвами геноцида стали около половины всех армян. Эти цифры действительно ужасают, особенно учитывая тот факт относительно немногочисленности армянского этноса.